Всем привет, друзья! Прилетел 2 часа назад в Москву. Погода здесь отвратительная. Новые данные по Мексике для граждан СНГ, Средней Азии. Надеюсь, вам это поможет. У нас много людей, будущих мигрантов, которые планируют переехать в Мексику, дальше в США, и отслеживают все, что связано с данным направлением на нашем канале. Это очень здорово. Причем есть люди, которые уже по несколько лет. Итак, актуальные свежие данные. Если вы держатель паспорта Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, ну для Казахстана там вообще отдельный разговор, значит, ехать в Мексику через Кубу, как это было раньше, когда вы приезжали на Кубу и дальше на Интерджете ехали в Мексику, не имеет смысла, потому что 99% граждан Средней Азии на Кубе долго не задерживаются, либо возвращают обратно на следующем рейсе, либо вы находитесь несколько дней и едете уже в Москву через несколько дней. Вот. То есть ехать туда нет смысла. Что касается Гватемалы, будьте готовы к тому, что в Гватемале в аэропорту с вас захотят денег, взятку. К этому нужно быть готовым, потому что в Гватемале тоже прекрасно понимают, что они находятся рядом с Мексикой. Много кто использует данную страну для въезда. Например, через контрольно-пропускной пункт Тапачула, где я был совсем недавно и делал обзор. Вот, то есть вас могут попросить. Средняя сумма взятки 500 тысяч долларов. То есть к этому нужно быть готовым. Вот как оказаться в Гватемале? Значит, вариантов есть несколько. Полностью вам раскрывать этого не буду, потому что я знаю, что среди моих подписчиков есть много самостоятельных туристов, которые используют мою информацию, ехали в Мексику и фактически создавали те самые пробки, те самые проблемы, которые сейчас я вынужден разгребать. Сами посмотрите, загуглите, как вам въехать в Гватемалу с вашим паспортом, через какие страны. Вот. Второй момент. У нас сегодня пост вышел, где я с ребятами из Казахстана еду в сторону Мексики, и некоторые мамы из Средней Азии хотят отправить своих детей, которым нет еще 25 лет, в США через Мексику. Ну, они находятся в определенной группе, это зона риска. Я так думаю, многие уже имеют по 2-3 отказа. Что я хотел бы рекомендовать вам. Первое. Для вашей группы ехать в Мексику, ну, нужно очень хорошо и тщательно подготовиться, потому что получить отказ уже в иммиграционном лагере, в иммиграционной тюрьме и вернуться, вероятность очень высокая. Сразу будьте готовы к тому, что вас будут держать достаточно долго, опять же, если вы не гражданин Казахстана, потому что у Казахстана там, ну, есть послабления, и они очевидны. Вот, то есть будут держать, будут допросы, будут давление. То есть в настоящий момент в 9-м округе работает только одно направление, которое не влечет за собой все, что я вам сейчас сказал. Вот. И это можно использовать. Опять же, друзья, основания должны быть реальные. Информация, которую вы даете американским властям, она должна быть на 100% правдивая. Если этого нет, кто-то там выдумывает за вас, но точно не будет. Если кто-то вам там предлагает какие-то липовые кейсы, или там кто-то вам сделать за деньги и придумать за вас, я не рекомендовал бы с этим связываться. Вот именно из-за этого у нас в компании есть психологи, которые позволяют собрать настоящий, главный, правдивый кейс. Итак, друзья, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, отслеживайте важную и нужную информацию. Привет вам из холодной, сырой, темной Москвы. Сейчас даже еще 3 часов нет, уже все потемнело. Удачи!